У нас есть какая-то, мне кажется, у всех привычка воспринимать всех одномерно, да. Вот тот контакт, который устанавливается у тебя с читателями, он кружит голову. Ты просто не понимаешь, что я только о себе не прочитала. Я просто поняла, что я была очень долго как будто адептом этой идеи, что ты должен все время выглядеть так, чтобы тебя хотели все. Боже, как утомительно. Жесть. Ну, на самом деле, да. Внешность — это отражение того, что внутри, но это же абсолютная неправда. Ну, по большому счету, классный кто? То есть, кто много потребляет и много демонстрирует, что он потребляет. И сказал: ну что, какое у вас есть ощущение от Оксаны? Высокомерное, да? Как бы, я говорю: я? Ты что? Это толстая, это страшная, это плохо одета. Ну, я взяла такую вот себе сейчас духовную практику, никого не критиковать. Это ад. Что делать с этим временем? Ты знаешь, и это же не про мораль. 100% там, где внимание, там и вообще вся наша жизнь. Чай травяной. Реальный, да? Да, реальный. Не бутафорный. Оксана, привет. Здравствуй. Спасибо, привет, что пришла. Я тебе очень рада. А вообще, какой сегодня день? Сегодня 8 сентября. Я это помню, потому что у меня в прошлом году было открытие бренда 8 сентября, и мы долго там высчитывали дату, даже с астрологом. И завтра мы как раз празднуем, поэтому я точно помню, какой день. То есть еще и особенный он. Ну да, в общем-то, да. Ты непростой. Когда только зашла, мы с тобой поздоровались, я тебе честно призналась, что для меня неожиданно теплый с тобой контакт, что я читаю твой телеграм, смотрю соцсети, и у меня нет такого ощущения, ну, как какой-то вот близости, что ли, уюта от того, что я вижу, хотя очень многое, что мне отзывается. И ты сказала, это классная тема, потому что мы все в соцсетях предстаем только какой-то гранью, только что-то одно показываем. Расскажи чуть-чуть побольше про это. Ты знаешь, ну, здесь есть две как бы темы сразу для меня. Во-первых, у нас есть какая-то, мне кажется, у всех привычка воспринимать всех одномерно, да, хотя любой человек — это множество граней, и эти грани проявляются в зависимости от ситуации или в зависимости от того, с кем ты общаешься, или даже в зависимости от твоего состояния, от твоего настроения, что в твоей жизни в данный момент происходит. И понятно, что во мне есть очень теплая грань, и есть очень веселая грань, и есть... Ну, то есть, да, вот у меня есть какие-то выпуклые качества, которые в тот или момент проявляются. Но, наверное, вообще большой вопрос, да, что в соцсети я проявляюсь в основном своей резкой гранью. Резкой, категоричной, такой очень напористой. Ну, наверное, правильно я понимаю, как ты меня считала? С железобетонными границами, я бы это сказала так. Я думаю, что это выстроено в сети так, потому что получается так, что когда люди ведут себя совсем неприлично, ты их просто молча блокируешь, ну, как бы ты просто не отвечаешь на откровенное хамство и хейт. А когда люди ведут себя чуть-чуть неприлично, ты им отвечаешь за всех, как бы тех, кого ты просто заблокировал молча. Такая проблема есть, и я с этим работаю. Вот тот контакт, который устанавливается у тебя с читателями, он кружит голову, и только очень устойчивые личности способны удерживаться в границах, а значит, ну, как бы и свои не прогибать, и на твои не наклоняться, понимаешь? В чем тут вопрос? Потому что конечно, такие тонкие вещи. Ты делишься весом, ты делишься отношениями с мужем, ты что-то рассказываешь о подругах, которые были, ну, очень с добросовестными подругами, ну, скажем так, не очень честно поступали когда-то. То есть ты все это рассказываешь, и вот то, что мы с тобой тоже уже чуть-чуть проговорили, как будто вот это чувство родства какого-то возникает. Это нюанс, безусловно, он есть. Но давай так, во-первых, я не делюсь очень давно никакими подробностями своей личной жизни. Я не знаю, была ли ты на меня подписана год назад. Я удалила все свои старые посты.
вообще вот все. Это я не отследила, но год назад была. И после этого там нет ни одного личного поста вообще. То есть я до этого писала про детство, я писала там какие-то вещи, связанные с насилием, я писала про наши отношения с Сашей, какие бывают проблемы у нас в браке. Ну там, понимаешь, я была очень диалоги откровенна. Диалоги с котиком. Диалоги с котиком. Это все прекратилось, и этого нет. Ну, да, можно сказать, что ну, а пользователь-то ему какое дело? Была одна, стала другая, но якобы и тогда не позволяла лезть к себе в душу. Я считаю, что человек рассказывает то, что он хочет mm-hmm. рассказывать. И когда тебе постоянно спрашивают: Оксана, что с вами стало, или почему вы такая толстая? Оксана, а почему у вас нет детей? Оксана, а когда будут дети? Оксана, вас можно поздравить, вы беременны. Оксана, ваши дети учатся в Англии, поэтому вы не можете быть за Россию. Ну, как бы и так далее, и так далее, и так далее. Для меня это просто дичайший переход границ. Например, я не могу себе представить, чтобы я написала, ну, даже своим близким друзьям я не могу задать, ну, как бы, такие вопросы. Я как бы всегда жду, когда человек сам что-то расскажет. Если меня не рассказывают, я никогда не спрашиваю. Ну, потому что я считаю это правильным. Зрелый человек, интеллигентный, никогда не спросит: Вероник, когда дети? А ты говоришь: у меня есть, а еще когда? А что так мало? У меня есть, а еще когда? Да, да. Ну, понимаешь, да? Или, ну, как бы есть вопросы, которые, наверное, нельзя задавать. Если даже сам человек что-то рассказывает, ты должен понимать, что ты не можешь задавать дополнительные вопросы вообще. Ну, то есть, например, вот человек рассказывает mm-hmm. про то, сколько он денег зарабатывает. Вот ты не можешь задавать, если ты чужой человек, много, а на какой счет ты их хранишь, на каком счете, да? Да. Ну, то есть, ну, понимаешь, да, что это совершенно невозможно. Я очень хорошо что, понимаю, что ты говоришь, и какая-то моя большая часть кричит: да, да, я согласна, я согласна. А другая говорит: ребят, ну, вот внутри себя, да, слушай, это утопия, так невозможно вести в соцсети. Мы как будто бы открываем двери, а потом в какой-то момент говорим: так, через порог не переступать, заглядывать только за щелку. Не, ну подожди, смотри. Предположим, ты гостеприимная хозяйка и часто приглашаешь гостей, да? Но если ты как, проходишь мимо своей спальни и видишь, что там занимаются сексом твои друзья, у тебя на супружеской кровати, даже если ты до этого готова была им, там, я не знаю, печь пироги, как бы собственноручно кормить грудью их детей, все-таки есть какие-то границы. Просто у каждого они свои. Правда, да. Для меня скорее бы была, знаешь, как декорация такая, что, например, ты пригласил гостей в дом, а даешь им там угощение, они говорят: а можно еще? А потом говорят: а знаешь, а вот на самом деле вот ты в этом рецепт вот это сделал, потому что, честно говоря, было невкусно. Ну, забавно, знаешь. Так кушать хочется, что переночевать некогда. Да, да, да. Вот, то есть это, ну, да. Нет, ну смотри, я же говорю, что я знаю, что я чрезмерная риска, и я такой прям порядочный хамло. Ого! Ну, как бы я это прекрасно осознаю, что во мне есть эта черта. И в соцсети она проявляется максимально часто. Потому что меня просто, ну, сейчас там уже как-то все полегче, да, потому что Инстаграм в 4 раза упал, и ну, как бы такого ажиотажа нет. Но когда у меня были там посты по 50 тысяч лайков, и там были по 1500 комментариев, ты просто не понимаешь, что я только о себе не прочитала. Я вот сегодня слушала интервью своего мужа, которое он дал недавно, и он сказал очень правильную вещь, что негатив в сети, его 10 раз больше, чем позитива. То есть, например, вот ты посмотрела хороший фильм или хорошее интервью, ты посмотрела, тебе понравилось, и ты ничего не написала. То есть из 10 человек один напишет, что ему понравилось. А если тебе очень сильно не понравилось, то из 10 человек 8 человек напишет, что ему не понравилось. Поэтому мы все время видим искаженную информацию. Да? Или, например, вот ты говоришь, что сети искажают, и там не видно, что я теплый человек. Потому что, когда мне пишут что-то хорошее, я не отвечаю. Когда мне пишут что-то плохое, я реагирую. Я это замечаю за собой, все время пытаюсь так не делать. Да, и лучше тепло отвечать на очень теплые и хорошие сообщения. Но отвечаешь ты все равно на плохие. Я тоже за собой даже это замечаю. На комментарии, ну, из сотен добрых посланий будет какое-то одно оскорбительное, и невозможно пропустить, да? Сразу хочется... Сразу хочется конфронтировать. В игру, да? То да. есть либо же, ты, как получается, ты либо жертва, либо агрессор тут же тебя втягивает. Ну да, ты же не хочешь быть жертвой. Нет, да. Поэтому ты по чужой указке делаешься агрессором. Mm-hmm. И мы вроде, да, все это про это понимаем с психологическим образованием, и все равно в это вляпываемся, это и неизбежно. Все равно, да. Вот
так, как будто это устроено. Я себе лично взяла правило, когда я общаюсь с кем-то, с оператором колл-центра, который иногда бывает очень классно разговаривают, я дожидаюсь, чтобы оценить наше обслуживание, поставить пятерку или там где-то еще в банке. Это вот моя маленькая крупичка, которую я могу положить вот в эту копилку поддержки улучшений. Чего-то хорошего. Да. Это прям важно, это правда. Не только критики, а поддержки чего-то хорошего. И ты знаешь, мне кажется, вообще у нас такая выученная реакция замечать плохое и на это реагировать. Потому что вот с тех пор, как я погрузилась в трансперсональную психологию, там как бы очень много говорится о самонаблюдении. Да? Потому что, ну, это вообще отличается от обычной психологии, потому что в обычной психологии она как бы говорит, что ты классный, я классный, если у тебя есть недостатки, надо их принять, с ними все хорошо, как бы с тобой все хорошо. Если с тобой случилось какой-то шит, ты не виноват, так случилось. Ну, то есть вот очень много как бы такого, типа, много моментов, когда ты должен начать смотреть на себя позитивно. И в этом смысле трансперсональная психология, она отличается тем, что ты замечаешь свои плохие вещи, но ты как бы их не принимаешь, не говоришь, что они хорошие. Ты их исправляешь без осуждения. То есть ты как бы не страдаешь от того, что у тебя есть недостатки. Ты их просто замечаешь, и ты над ними работаешь. И я просто, когда начала это делать, я просто была в шоке от того, сколько во мне критики. Что я постоянно критикую все, что я вижу. Я этого вообще раньше не замечала. Это толстая, это страшная, это плохо одета, это чушь написала, музыка уродская. Это просто из тебя идет каким-то нескончаемым потоком, но это идет тогда, когда ты начинаешь за собой наблюдать. Когда за собой не наблюдаешь, ты даже этого не замечаешь. И это на самом деле очень, очень страшно. И я думаю, что соцсети очень сильно в нас во всех это стимулируют. Потому что ты все время должен, потому что ты все время кого-то оцениваешь, и тебя все время оценивают. Вероятно, вообще сегодняшняя реальность очень про фасад, да, про вот эту вот культуру потребления. Ну, по большому счету, классный кто? Кто много потребляет и много демонстрирует, что он потребляет. Так и есть. И, конечно, да. Это вызывает чувства в душах тех, кто на это смотрит. И мне вот недавно пришла в голову очень хорошая мысль, что вообще нельзя судить о человеке, не зная его историю. Пока ты не знаешь в многих фактах о нем, ты вообще не можешь судить ни о чем. А даже если он решит тебе рассказать, ты все равно не узнаешь. Конечно, что потому что пересказ истории — это всего лишь пересказ истории, да? Но тем не менее, он тебе как бы большую картину дает о человеке. Ты можешь понять, почему он такой надменный, или почему он такой резкий, или почему он так относится к каким-то вещам как-то неадекватно, да? А так ты просто смотришь и говоришь, он неадекватный. Да. У тебя могут появиться крупички, за которые ты можешь хотя бы как-то вот, да, зацепиться и дать интерпретацию. Ну, как психолог, например, да, это делает. Вот, достраивает картинку, условно говоря. Но по большому счету все истинная история, она в... Как вот этих мелочах, мотыльках, да. Которые кружились на свету в тот момент, когда этому человеку было больно, да, ну, то есть на каких-то очень маленьких нюансах, это правда, да. Которые отпечатались у него в сердце. Почему многие люди переживают страшные события ну, как бы выходят целехонькими, а кто-то со шрамами на всю жизнь, и это отражается на их там, способе воспринимать реальность, действовать. Вот почему? Да? Потому что у каждого, во-первых, предыстория разная, но это уже я свои идеи говорю, во-первых, так, а во-вторых, все правильно, что кто поддержал или не поддержал. Не, ну и, какая психика у человека вообще изначально? Мы же все тоже рождаемся, да, не одинаковыми. Ну, как бы, это же даже, мне кажется, в роддоме уже видно, какие разные дети и как они по-разному на все реагируют. Оксана, кто тебя поддерживает? Ой, ты знаешь, у меня какое-то невероятное количество поддержки. Я вообще считаю, что я невероятный везунчик, потому что, ну, как бы в моей жизни, знаешь, ну, я могу по пальцам тебе перечислить вещи, которые плохо, а все остальное, в общем, я считаю, что в моей жизни прекрасно. И меня окружают люди, которые меня по-настоящему любят, которые меня поддерживают, которые, в общем, очень за меня, и ты знаешь, у меня вообще не бывает моментов, чтобы я чувствовала себя одинокой или недооцененной. Мне какое-то время, уже очень долго, вообще не знакомы эти ощущения. Наверное, с тех пор, как я замужем.
правда. Да, Саша очень поддерживающий. Тогда ответ на мой вопрос, Саша. Потому что сложно до конца проникнуться идеей, что есть такой человек на белом свете, у которого нет переживаний. Нет, у меня есть, конечно, переживания, но они другого рода. То есть они не касаются поддержки или одиночества, или самоценности. Конечно, других переживаний у меня очень много. Просто по другой теме. Абсолютно. У меня есть очень много переживаний на тему, что я хамло. Ты серьезно? Конечно. Мы начали сейчас с этой темы, не в такой грубой, конечно, интерпретации. Нет, это что мне даже Саша все время говорит, что ты очень резкая. То есть, например, если я хоть чуть-чуть не прав, ответ десятикратный. Ему? Всем. И ему тоже. И ему тоже. Да. Ты знаешь, никогда не забуду такую сцену. Моя подруга из университета вышла замуж за молодого, перспективного, очень такого молодого человека, но у нее красивейшая пара. И есть, и были. И мы пришли в салон, массажный салон в каком-то отеле дорогом. И ей там предложили, уже я не помню нюансы, но знаешь, как вот иногда в салонах пытаются немножко схитрить. Там, например, 45 минут так посчитать, а тут посчитать еще 15 минут отдельным, или там 20 минут отдельно. Я знаю, да, как эти вещи делаются. Да, вот это вот, сидите, вот так вот, как бы намного дороже. И вот он ее ждал, она вышла с массажа, ей дают этот чек подписать, она говорит, в смысле, что это вообще? Там администратор ей объясняет, она говорит, нет, я записывалась на 1,5 часа, если вы не можете там это мне предоставить со своей стороны, я не буду, это дороже даже получается, чем 2 часа. В этом она фактически была права, и там был такой скандальчик. Они так извинились, все, не взяли эти деньги лишние, она оплатила там час, мы вышли, и этот парень, он был просто пунцовый, мне стыдно, никогда так не делай, почему ты этот скандал устроила, мы можем заплатить за массаж, это ужасно просто. Честно говоря, даже для меня это было удивлением, потому что, вообще это был праведный гнев. Но она там, может, она чуть-чуть, конечно, повысила голос, но с другой стороны. Мне кажется, они же оба были неправы. Она перегнула палку, а он ее не поддержал. Саша в этом смысле, когда я перегибаю палку, меня всегда поддерживает, если это не касается его. То есть он никогда мне не говорит, Оксан, ты сейчас гневаешься чрезмерно. То есть когда я гневаюсь на кого-то, он всегда говорит, я с тобой. Я гневаюсь тоже, да? Нет, он просто рядом, и знает, я знаю, что я могу на него опереться. Просто раньше я бы тебе сказала, что праведный гнев, и человек его вправе выражать. Я говорю, сейчас у меня очень сильно изменились насчет этого настройки. И я считаю, что правильно... сегодня, у меня было какое-то совещание, я что-то рассказываю, я говорю, я не могу сказать, потому что я никого не критикую. Мне говорят, в смысле? Я говорю, я взяла такую вот себе сейчас духовную практику, никого не критиковать. Это ад. Это просто ад. Ад на земле. Я говорю, потому что ты понимаешь, если ты просто попробуешь, ты просто поймешь, сколько этого тебе присутствует. Да, во всех. То есть это... И мне говорят, хорошо, а как ты, например, скажешь своему сотруднику, что он не прав? Я говорю, ребят, понимаете, что мы даже так отвыкли от того, что можно все сказать, никого не обзывая, не унижая, не давая оценок, не... Пристраиваясь сверху вниз, не назидая. Что ты всегда можешь сказать человеку первое, второе, третье, используя я-сообщение, опять-таки, мне неудобно, я себя чувствую, я хочу, я привыкла, я жду этого. Да? Ты этим никого не унизишь абсолютно. Даже люди такую же конструкцию в голове себе не могут представить, что так можно сделать. Да. Поэтому у меня такое сейчас интересное упражнение, я прям с любопытством за собой наблюдаю. Это интересно. Прям хочется попробовать, но страшно. Хочется, но нет. Вариант Б. Оксана, можешь описать свое представление сильной женщины? Чай травяной. Реальный, да? Да, реальный. Не бутафорный. Ой, по поводу сильной женщины. Раньше я бы сказала, что это та, которая может, не боясь остаться одна, делать то, что она считает правильным,
которая независима от мужчины, и она с мужчиной только потому, что она его любит. И а так она может все сама. Сейчас вообще у меня тоже абсолютно поменялось мнение на этот счет. Я считаю, что сильная женщина — это та, которая может ставить своего мужа выше себя, принимать, что он главный, и вести себя безупречно по-женски, занимать вторую роль. Вот это сильная женщина, не унижаясь, не продавливаясь, не позволяя с собой себя вести. Понимаешь, да? То есть, это понимаю, одновременно но хочу еще объяснение, достоинство, достоинство и при этом признание мужчины главным. Для меня тоже пока конструкция какая-то мифическая, но я туда иду. Хорошо, тогда я из того, что ты уже сейчас сказала, спрошу тебя, какой это должен быть мужчина? Мы же про какого-то конкретного мужчину говорим, не про любого. Подожди, какие характеристики? Я считаю, что это должен быть конкретный мужчина, твой муж. Даже если ты его выбрала, то странно, что ты относишься к нему как-то по-другому, потому что иначе зачем ты вышла за него замуж? Хорошо, допустим, предположим, еще не выбрала, выбирает. Да, вот там девушки нас смотрят сейчас, они там, ну, ухаживают, молодой человек, нравится, что-то есть. Что нужно понимать, что есть в этом человеке для того, чтобы, ну вот, решиться пойти вот тем путем той сильной женщины, о которой ты говоришь? Ну, наверное, ты должна выбрать мужчину, которому ты можешь доверить свою жизнь, да, которому ты знаешь, что если ты отдашь ему решение о каком-то вашем совместном пути, он его принят, и ты веришь, что он, знаешь, как в танго, да, что ты, ну, да, что ты знаешь, что ты можешь ждать, пока он не сделает шаг, и ты не пойдешь за ним столько, сколько нужно, и ты не будешь торопиться, ты не будешь ему подсказывать, ты не будешь... Ты просто знаешь, что он прекрасный танцор, и ты, как бы, и ты последуешь за ним. Да? Или он не прекрасный танцор, но ты все равно последуешь за ним, потому что ты женщина в этой паре, а он мужчина. Это же уникальное чувство безусловного доверия человеку. Ну как, слушай, безусловное доверие — это вообще странная история, знаешь. У меня как из роли появляется это чувство, когда да, я но хочу... оно должно быть, когда ты уже вышла замуж. Но перед тем, как выйти замуж, нужно, ну, наверное, на человека внимательно посмотреть. Что обычно происходит с нашими женщинами? Я хочу замуж, я разберусь потом, когда выйду, я его перевоспитаю, я его там построю, я из него сделаю человека. Ну, пускай он пока кривенький-косенький, но как бы... Потом я как-то справлюсь. Ну, я думаю, сколько как психолог, ты знаешь, случаев, когда эти чудесные превращения произошли. Как говорит моя подруга, все разводятся из-за того, на что не обратили внимания вначале. Или обратили внимание, но решили, что это поменяется. Ну, по большому счету. Да. На что закрыли глаза вначале? Да. Да, типа, ой, ладно, этого нет, все лучше, лучше будет. Да. Поэтому так нужно смотреть внимательно, нужно выбирать. Я считаю, что теперь нужно не торопиться с сексом ни в коем случае и ждать, может, и месяца, два, и три, а может, и полгода. И вообще посмотреть, как мужчина себя будет в этой ситуации вести. Вообще готов он как бы ради тебя к такому долгому ожиданию. Я сейчас хочу уже после замужем. Хочу парировать, знаешь, как от зрителей. Как это говорит. Ну и что это такое? Это тогда дружба будет. А почему? Он найдет себе какую-нибудь девчонку. Ну вот в этом и дело, что если он, как бы, встречаясь с тобой, найдет себе кого-то для секса и не может выдержать полгода, ну, блин, моряки как-то выдерживают, и ничего. Ну, я думаю, что ради серьезного такого дела, как брак, я думаю, оба могут потерпеть. Я просто объясню, почему я считаю, что это важно. Я когда несколько раз в жизни была одна, я прям тоже для себя делала такое упражнение, типа без секса, пока меня, ну, вот я прям не почувствую, что это любовь, и что вот невозможно теперь без него. Что ты думаешь? Ты знаешь, ты приходишь на свидание, тебе кажется, что это, ну, просто какой-то, ну, вообще, какой-то невероятный мужчина. Ты, значит, ну, как бы пропускаешь первое свидание, второе, третье. На пятом обычно ты думаешь, боже, как я вообще могла подумать о каком-то сексе с этим вообще без критики странным человеком. Без критики. Ты просто думаешь, как это было возможно? Боже, какое счастье, что я не стала этого делать. Потому что, ну, как бы, чем больше ты с человеком встречаешься, если вы не заняты сексом, вы разговариваете. Да. И вы разговариваете много, потому что, ну, как бы, вот, потому что если, как бы, секс случается быстро,
то первые месяцы мы просто в нормальной ситуации не вылезаем из кровати, да? А потом уже обнаруживаем, с кем вообще мы связались. То тут, мне кажется, ты сначала смотришь человеческие качества, ценности, как себя человек ведет в этой ситуации с твоими родителями, с твоими друзьями, с твоей собакой, с твоими детьми, как он с деньгами себя ведет, как он себя ведет на публичных мероприятиях. Ну, понимаешь, да? Да. Ты на него смотришь всесторонне, и ты думаешь, это вообще твой человек на самом деле? Ты правда хочешь прожить с ним всю оставшуюся жизнь? Потому что сейчас еще же какая очень частая ситуация? Поженимся, там посмотрим, если что, разведемся. Ну, наивные. Так, и понимаешь, и люди и живут так с друг другом, что ты до конца этому мужчине себя не отдаешь, ты ему до конца не веришь. Ты как бы одной ногой замужем, но в то же время, может, да, может, нет-нет, да и да. Как бы, ну вот, понимаешь, да? И он же, и, значит, ты ему даешь право точно такое же на тебя смотреть так же. Не на женщину, за которую он будет биться в случае чего до конца, да, и умрет за нее, а как на женщину, которая временная, даже если у вас есть штамп в браке, ну, как бы ее всегда можно сменить на кого-то другого и так далее. Ты сама ему даешь это разрешение. Ощущать. А может ли быть такое, что ты несколько месяцев разговариваешь с человеком, тебе интересно с ним разговаривать, вот случается долгожданная ночь через несколько месяцев, и нет, не срабатывает? Знаешь, мне очень много задают таких вопросов после прямых эфиров «Священный секс». Во-первых, как, что делать типа, с сексуальной энергией? Это же невозможно терпеть абсолютно. Во-вторых, что типа надо опробовать мужчину, а вдруг он не подойдет в кровати, значит, поэтому надо обязательно попробовать. Как женщина, которая как бы не следовала этим правилам всю свою сознательную жизнь, я могу сказать так. То есть никакие эти опробования ничего не дают, потому что ты можешь с кем-то иметь прекрасный секс, у вас потом испортились отношения, и тебе ничего не нужно, и секс в том числе. Да? Mm-hmm. А если ты человека любишь, даже если у него какие-то дикие проблемы, тебе все равно кроме него никто не нужен. Ну, мне кажется, это так, если это по-настоящему. Когда мне говорила это папа, когда я куда-то собиралась гулять идти в институте, я думала, боже мой, какой он старомодный. И только сейчас, знаешь, мне правда это близко. Я не так очень сформулировала это для себя, просто потому что мне сейчас не актуально, да, я, ну, не в периоде, когда я встречаюсь и выбираю партнера. Но, вероятно, я бы присоединилась к этой идее. Мне кажется, в этом... Мне кажется, она необычный и какой-то очень... целостный такой, целомудренный, правильный. Ты знаешь, и это же не про мораль или про, какой-то вот страх, отношения или чего-то, да? И я думаю, что сейчас просто настолько в обществе исковеркана женская роль, и поэтому исковеркана мужская, да? И вот ты говоришь, как можно так довериться мужу? Потому что если правильные роли выстроены, так тогда и вопросов нет. А сейчас настолько, говорю, все извращено. Вот, например, для чего женщине замужней выглядеть очень сексуально? Ну, это же как для у тебя все время... женщин? Ну, сомнительная, да, какая-то история. Но тебя же все время к этому подталкивает, что ты должна всегда выглядеть так, как будто бы ты в поиске. Ты имеешь в виду маркетинг, соцсети? Все, абсолютно. Приведи какой-нибудь пример. Мне кажется, я не до конца понимаю. Хорошо, рекламу любую посмотри, Инстаграм посмотри, что пользуется успехом. Голое тело, что пользуется успехом. Секс, что пользуется успехом. Ты говоришь про замужних женщин, то есть это и касается и молодых мам, и в принципе. Конечно, ну как бы... Ну я с тобой согласна, да. И женщину очень осуждают, если она не выглядит таким образом. То есть я просто как бы, я за собой наблюдаю, да, у меня как бы даже есть какой-то момент, знаешь, такое супер отрицание, это тоже неправильно, но с тех пор, как я начала об этом размышлять, я просто поняла, что я была очень долго как бы адептом этой идеи, что ты должен все время выглядеть так, чтобы тебя хотели все. Вот, то есть ты должен вот просто вот как бы все время это излучать, или с тобой что-то не так. Боже, как утомительно. Жесть. Ну, на самом деле, да. И обо что ты разочаровалась? Нет, я просто увидела суть этой идеи, зачем это делается. Зачем? Ну,
я думаю, что за этим лежит, я не знаю, сознательное чье-то или такое наше общее бессознательное, разрушить институт семьи, институт брака, институт нормальных отношений, институт близости, институт верности, институт вообще вменяемости. Ну, как мне кажется, это сейчас как-то очевидный тренд во всем мире. Что как бы все странное становится нормальным, все нормальное становится странным. Про это я тоже читаю. Ты про это часто пишешь. А женщина женщине кто? Ну, так как бы выстроено, что конкурент. Должна быть сестра, подруга, мать. А за что женщины конкурируют? За мужчин, за секс. Конечно. За что же еще? То есть мужчина — главный трофей? Ну, я думаю, что да. Но это тоже как бы не новая история, что если у тебя есть мужчина, ты в безопасности, твоя жизнь каким-то образом устроена. Если ее нет, тебе очень трудно. И это, кстати, нормально, потому что женщине действительно очень трудно одной. А что ты думаешь, когда слышишь от молодых девушек, что они, например, отказываются выходить замуж, не хотят близких отношений с мужчиной, там, жить вместе, там, рожать детей, жить, хотят жить вот так вот, как в самостоятельной жизни, ну, какие-то романчики крутить. Что это для тебя? Ну, знаешь, я не хочу быть таким прям тут сейчас старовером, но в душе, конечно, я именно такой старовер теперь. Я считаю, что это очень печально. Что это реально печально, и я думаю, что для женщины и для мужчины семья очень важна. Знаешь, как вот говорят, для женщины это очень важно — быть замужем, иметь семью, иметь детей. Вот так это и для мужчины очень важно, это вообще для человека очень важно. Ну вот, слушай, недаром исследования всякие показывают, что когда умирающих людей спрашивают, о чем они жалеют или что для них являлось действительно ценностью, никто не говорит о социальных успехах, знаешь, о подписчиках в Инстаграме, или о количестве денег, или о количестве каких-то модных и дорогих вещей. Все говорят об очень базовых вещах. О своих близких, о своих детях, о своих любимых. Ну да, так и есть. Ну, значит, это важно. Ой, как трогательно ты сказала, даже для себя самой, правда? Конечно. Оксан, и у меня сразу мысль ушла в переживания, в какие-то личные. Ты знаешь, пока ты вспоминаешь, я тебе расскажу историю одну. У Саши есть друг, который в Чечне служил в спецназе. И, ну, как бы он там приходил и рассказывал нам какие-то, знаешь, потому что Саша хотел книгу или хочет еще написать книгу про войну. Он, причем хотел это в прошлом году. Это было. И я ему говорю, можно я тебе всякие психологические вопросы позадаю? Он говорит, ну, конечно. Я говорю, слушай, кому пишут бойцы с фронта? Он говорит, маме. Я говорю, в смысле, не девушкам, не отцу, не друзьям? Он говорит, нет, маме. Заставляет задуматься, правда? Еще как. Оксан, какая роль у мамы мальчика? Я думаю, что роль у мальчика, ну, как бы ее невозможно недооценить, потому что все искажения, которые происходят между мужчинами и женщинами в мире, происходят потому, что мамы мальчиков их неправильно воспитывают и показывают им неправильный пример в отношениях с их отцами, конечно. Неправильно в первую очередь это что? Вот про отношения мамы с девочкой часто говорят, про их слияние, а про маму с мальчиком. Вот как ты видишь, в чем самые основные перекосы в этом контакте? Измены, которые женщина позволяет, и вся семья знает, все в курсе, если что... Если мама изменяет... Если мама изменяет, это вообще, наверное, совсем за гранью, но... почти социально приемлемо, если изменяет папа. Угу. И, конечно, когда мать демонстрирует своим детям, что это нормально, и, ну, как бы, кого она... Какие могут быть варианты у ее дочери или у ее сына? Как бы он растет с мыслью, что и в его семье это будет тоже нормально.
насилие в любой форме, включая вербальное. Неуважение к отцу — это очень важно. И этим тоже страдают, я думаю, сейчас очень многие женщины, когда ну, знаешь, как бы сейчас же тоже такая вот есть вот эта история, что как бы женщины все время там шпильки, ну, понимаешь, да, то есть нет вот такого как бы почитания мужчины, мужа, какое оно... Ну, мемчики вот эти, да, про мужа, да. Довольно часто встречаются. Неуважение прикольчики. К родителям мужа. Ну, слушай, если даже просто взять анекдоты, сколько анекдотов про тещу и свекровь, да, и, ну, то есть это же тоже такой целый культ. Да. Как бы неуважение к родителям. Ну, поэтому я бы сказала так, верность, неуважение, агрессия и поддержка. Которой не хватает. Которой не хватает, да. Вообще очень эмпатии, поддержки, близости. Ты сказала, что женщины конкурируют за мужчину. А за что мужчины конкурируют между собой? Ну, за ресурсы, я думаю, наверное, и за женщин в меньшей степени, я думаю, за обладание ресурсами, чтобы быть самыми конкурентоспособными для женщин. Удивительно, правда? Что у мужчин это про ресурсы, чем больше у меня есть потенциально возможностей, да, получить любую женщину, тем более я, ну, в общем, на коне себя сам ощущаю. Ну, конечно. Это интересно. Мне кажется, что в теме женской конкуренции здесь еще выпадает часто тема страшной тоски по взрослой женщине, по маме. Я как-то писала об этом в Инстаграм, очень много откликов это получила. Так часто бывает, когда девочке не хватает мамы. Когда она вроде бы есть, а контакта с ней нет. Угу. И потребность во взрослой, доброй, опекающей женщине сохраняется на протяжении всей жизни. И вот эти девочки потом эту женщину ищут. И ты знаешь, парадоксально находят в извращенном виде в лице жены, мужчины, с которым они начинают встречаться. Ой, это вообще большая тема про то, почему женщины становятся любовницами. Я тоже читала как-то статью, которая мне меня зацепила по поводу того, что это вечные девочки, у которых не было женской инициации, и они не приняты в женском круге, и поэтому они конкурируют. Девочка конкурирует с женщиной. Ну, то есть это вот вся тема, как бы, детская продолжается. Я думаю, что в этом очень много смысла, и это действительно так. Потому что ни одна уважающая себя женщина, конечно же, ни минуты не будет на этом месте никогда. Ни под каким предлогом, какие бы ни были обстоятельства, просто нет и все. Как это? Тут очень тесно. Тут как-то очень мало. Ну, слушай, я как бы, знаешь, не склонна никого осуждать. Я склонна скорее к состраданием относиться к этой ситуации. Просто понимаю, что там несчастны все абсолютно. И там нет никого, кто был бы счастлив. Да? И ведь мужчины это же тоже не делают не только потому, что могут, и потому что есть ощущение вседозволенности. Даже тоже отсутствие близости, боязнь близости, боязнь настоящих отношений и ненависть к женщинам, я думаю, конечно же, всегда. Однозначно, конечно. Неуважение к ним глубинное. Вообще тема женской конкуренции очень интересная тема. Это точно. И как слоеный пирог. Когда ты видишь женщину в первый раз, вот она заходит, кто-то, кто тебе потенциально может быть интересен, как там собеседник, подруга, коллега, женщина заходит. Угу. На что ты будешь обращать внимание в первую очередь? Ты знаешь, я очень всегда была падка на все красивое и на внешнюю форму. И меня столько раз это в жизни подводило, начиная от найма сотрудников красивых женщин, кончая подругами. И я стараюсь очень сейчас видеть человека, его дух, вообще какой он
за внешней оболочкой, потому что вот я буквально тоже вчера задавала этот вопрос в Инстаграме, почему вы считаете, что внешность настолько важна? И какая-то девочка мне написала, 29-летняя, ну это же так важно, вот красивый человек, он красив душой. Ну и или люди пишут, что внешность — это отражение того, что внутри, но это же абсолютная неправда. Вообще, да. Вообще нет. Ну, то есть получается, что все модели — это прекрасные люди, знаешь, а все, кто как бы не удался, они изначально грымзы. Да, я даже сама как-то писала о том, что некрасивая женщина — это диагноз. И он, безусловно, какой-то есть. Но это не значит, что она плохой человек. Почему я сказала, что это диагноз? Какие-то вещи сопутствующие у таких женщин практически у всех одинаковые. Что они всегда стараются, например, очень хорошо учиться, потому что они знают, что они никогда не возьмут внешностью, они возьмут умом. Им это с детства буквально говорят. Ну, там этот замуж не выйдет, зато умная. Ну, там, или... А если такой ребенок растет в любви? Ну, он же ходит в школу, он, понимаешь, он ходит в школу, он выходит в социум, и там быстро объясняют все, в чем родители ему немножко польстили. Ну, это же так на самом деле. Это очень грустно. Это очень грустно. Так вот, про эту девушку. Очень многие думают, что внешнее отражает внутреннее, но я думаю, что внутреннее отражает взгляд и манера общаться. Мимика отражает внутреннее. Но твой цвет кожи не отражает какой-то человек. Это отражает, какое у тебя здоровье. И даже косметолог, он, давай по-честному, не отражает. Отражает твою генетику. Ну так, ну по-хорошему. И насколько здоровый образ жизни ты ведешь. Да, в какой ты ВКонтакте. Вот что. Вот что становится. Да, понятным. Энергия. Энергия, мимика, манеры. Я выбирала няню не так давно, пришлось мне снова озаботиться этим моментом. И когда мне стали присылать фотографии, уже на какой-то фотографии я просто психанула. И говорю менеджеру, я ничего не понимаю, присылайте хотя бы видео, где человек говорит хоть что-то. Хоть здравствуйте, меня зовут Маша, ну хоть что-то, я буду видеть, как она говорит. Потому что так со всеми не навстречаешься, а хотя бы вот ну, первый mm-hmm. какой-то, да, галочку ставить. И вот сейчас ты говоришь про это, да, про мимику, про mm-hmm. посыл, про то, как ты говоришь. И это вот такое очень... Согласись, это все меняет. Я согласна с тобой. Это сразу видно по тому, как общается человек. Конечно. И вот возвращаясь к соцсетям, если у нас нет видео, сейчас еще очень там, много фильтров и всего, очень трудно вообще понять, какой человек. Вот мы видим фотографию, угу. Естественно, там, знаете, мне многие пишут, вы на видео в прямых эфирах не такая, как вы на фотографиях у себя в Инстаграме. Ну так, блин, ясен пень, что я выбираю самые лучшие фотографии. Было бы странно, если бы я ставила, какие попало. Ну, да, это тоже претензия с перекосом. Она меня тоже всегда возмущает. А почему я должна выбрать самую неудачную? Да, почему я должна вот так вот, знаете, когда я сижу, у меня три подбородка, вот так вот складки, и вот, типа, ты такая настоящая. Но я не хочу быть такой настоящей, я хочу быть красивой, худой, молодой и так далее и тому подобное. Это же естественное желание абсолютно. Какие покупки тебя очень радуют? Есть что-то такое, от чего прям сердце тын-тын? Ты знаешь, я вообще охладела к этим вещам довольно давно. И если была моя воля, я вообще бы ходила в трениках и в свитере. Ну, всегда. Потому что это, знаешь, как сапожник без сапог. То есть, когда ты занимаешься одеждой, в какой-то момент тебе вообще перестает доставлять удовольствие покупать одежду и наряжаться. Ну, как, ну, знаешь, ты приехал, знаешь, как этот анекдот, приехал на пляж, там станки. Но вот это реально вот это. Я сейчас люблю покупать всякие вещи для дома, какие-то буддийские штуки, например, мне очень нравятся, какие-нибудь фигурки или что-то такое. То есть вот нельзя меня, наверное, больше порадовать, чем какой-то вот такой редкой вещью. Ну, то есть у меня муж как бы на все праздники мне старается подарить что-то такое. Раньше ты носила сумки Биркин, Келли у тебя были? Нет, почему? У меня сегодня не Келли, но Келли я всегда ношу, потому что они удобные. Но условно там раньше я ходила с такими камнями на руках, мне сейчас просто не налезают, я не ношу. Ну, сейчас покупаешь сумки, пойдешь вот делать?
Нет. Не хочется. Но мне Саша недавно подарил сумку на аукционе. Он вел аукцион. И он увидел мои глаза и купил мне Келли крокодиловую за какие-то безумные совершенно деньги. Вот. Ну, мне было очень приятно, я была прям очень рада. Ну, но сама бы я бы не стала покупать. А как бы ты провела день в Париже или где-нибудь? А я бы не поехала в Париж. Я вообще, ты знаешь, если бы я хотела бы куда-то поехать на выбор, и если бы мы сейчас убрали бы вот все препятствия с дорогой, да, ну, до Парижа теперь добираться примерно сутки, я бы поехала бы точно не в Париж, я бы поехала бы... Я даже не знаю, куда бы я поехала. Я бы поехала на море, вот я завтра еду. Ты, честно говоря, это единственное. Вот и еду, да? Куда, куда бы поехала, туда и еду. Да, ты знаешь, я как-то совершенно равнодушна к таким городам. То есть я бы или хотела куда-то на природу бы поехать бы, или в какие-то места силы, сейчас мне это очень интересно. Ну, то есть вот ни Милан, ни Париж меня не привлекает вообще. Прям совсем. Это так интересно. Такая трансформация. Ты ее сама чувствуешь в себе? Да что, ну конечно. Ты поменялась? Что было переломным моментом? Не, ну, слушай, как можно не чувствовать, когда тебя запустили в мясорубку, слепили новую котлетку, знаешь? И ты вообще, как бы то, что было и то, что стало, это как бы даже, мне кажется, ингредиенты разные, знаешь? Ну, то есть там попутно что-то добавили, что-то убрали. Ну, конечно, я замечаю. А что, прости, еще раз ты сказала, как вопрос звучал? Что было переломным? Что стало ключевым? Много всего было на твоем пути. Ну все же. Я думаю, что если перечислять этих вещей, которые были переломными, они, знаешь, как все были вещи переломными. Например, у меня мама, когда я была еще маленькой, увлекалась Кастанедой. И я помню, что я где-то лет в 19 прочитала первый том, и мне было очень интересно. Ну, то есть, потом я переехала в Москву, и я помню, я купила книжку Пауло Коэльо, нет, не «Вероника решает умереть». Это была книга про то, как весь город решил убить жительницу для того, чтобы получить деньги. И я помню, что я прочитала эту книгу, и она как-то очень сильно на меня повлияла. Да? Хотя понятно, что Пауло Коэльо считается таким пошловатым автором, но я, кстати, так не считаю. Безусловно, у него очень простой язык. Но в свое время он был очень популярным. Да, но идеи, которые он пытался, которые он не пытался, а донес до огромного количества публики, они были же тогда революционными, в принципе, да, и очень многие люди там не слышали и не знали даже о том, что вообще так, а что так можно было. Ну, то есть я много чего узнала из его книг. Вот, я их все прочитала не по одному разу. То есть я прям увлекалась, мне очень нравилось. Потом я попала к психологу. После этого сразу. И моя жизнь начала очень сильно меняться. Сколько лет назад это было? Это было 20 лет назад. То есть тогда вообще психологам не ходили. И меня, как бы, знаешь, все считали сумасшедшей буквально. То есть когда ты говорил, что ты ходишь к психологу, все говорят, да ладно, что, правда, что ли? Но там был очень смешной момент с этим психологом. Значит, она действовала по системе НЛП. Ну, и знаешь, там вот эти все штуки, что ты что-то говоришь, фиксируешься каким-то движением. Ну, в общем, там много было всяких техник, аффирмации, вот. А я, ты знаешь, оказалась таким прилежным учеником, что я вот делала вот все, что она говорила. Мне было просто интересно, будет эффект или нет. И я вообще такой человек, что если я что-то пробую, то я как бы в это погружаюсь очень глубоко. И меня всегда удивляют люди, которые приходят, говорят, ну вот там Оксан, ну как ко мне, как коучу, да, например. Все слушают, ничего не делают. А потом говорят, ну не помогло. Я говорю, ну так, а как? Конечно, если вы не использовали все шансы. Ну, то есть, условно, она дала мне аффирмации читать утром и вечером. Значит, я их читала в каждую свободную минуту, которая у меня была. И еще тогда, когда, например, я чувствовала, что мои мысли идут куда-то не туда, я начинала читать внутри себя аффирмации. Просто, знаешь, просто не давать как бы своему уму идти по неправильному направлению. Вот. И, значит, я к ней пришла, она сказала, какая, значит, ты какую-то хочешь задачу. У меня не было какой-то особой задачи. Я просто пришла из любопытства и сказала, ну, я вот машину хочу купить.
Она говорит, какую? Я говорю, ну вот я хочу Volkswagen Golf купить. Ну хорошо, значит, давай, значит, там карта желаний, ну я вот это вот все. Я читала у тебя про этот Volkswagen, ты да. же писала о нем. Это было дико смешно, потому что через несколько дней я познакомилась, значит, с молодым человеком, который был мной очень увлечен, а я им была вообще не увлечена и как бы вообще на него не реагировала. И он, значит, пригласил меня в ресторан и говорит, у тебя есть мечта какая-нибудь? Я говорю, ну да, я машину хочу. Он говорит, поехали прямо сейчас, я тебе куплю машину. Ну, я подумала, ну, какой-то, знаешь, этот, как это сказать, без критики, чтобы... Вру. Без критики, чтобы... Я такая, ну, поехали. Значит, он мне привозит какой-то, значит, там, автосалон, там есть этот Volkswagen. Я говорю, я хочу вот этот красный. Я как бы мечтала, да. у меня был красный Volkswagen. Он говорит, ну, нет, я не буду тебе покупать такую фигню. Давай, как бы, вот этот джип мы возьмем. Или там вот, вот это. Я говорю, слушай, ты что, не понял? Я хочу красный Volkswagen. Он говорит, Оксан, ну, как бы, да, красный Volkswagen стоит 20 тысяч, а я тебе предлагаю за 80. Ну, как бы, ты видишь да. разницу? Я говорю, ну, я не хочу за 80, я хочу за 20 свой красный Volkswagen. Он вообще не понял ничего. Вот, но это моя, как бы, главная фишка. Я с мужчинами, они все в шоке, потому что они не могут понять моей стратегии. Ее просто нет. Ее просто нет. Да, вот. И... В общем, в итоге, значит, мы сошлись на премьере. Nissan премьера была тогда, такого вышла. Она мне очень нравилась. И, в общем, мы сошлись на этой Nissan премьере. Вот. И потом у меня просто как бы жизнь вот начала вот просто вот так вот, значит, идти. И все начало получаться. И психолог была просто в шоке. Начала мне требовать какие-то откаты, там еще что-то. Ну, то есть там был просто... Серьезно? Там был трэш такого уровня, ты не представляешь. Да. Вот. И Боже, потом у нас, значит, психология 20 лет назад называется. Откат именно, психологу. Именно. Психология 20 лет назад. Потом я пошла к очень известному психоаналитику Рассохину Андрею Владимировичу, у которого знаем, я, собственно, потом конечно, училась уважаем. В высшей школе экономики. Да. То есть я к нему ходила на психоанализ, потому что был очень большой перерыв. Вот. И потом я училась как раз на первом курсе вот этой программы. Даже там какие-то вещи помогало этой программе, в общем, родиться. То есть там немножко был мой вклад в этом. Я, значит, верила только в психологию. Каждый раз, когда со мной говорили об эзотерике или о Боге, или о чем-то об этом, я говорила, слушайте, можно сейчас тут вот все вот это вот убрать, вот это вот эту глупость и чушь. Это только очень инфантильные люди все, всем этим занимаются, я в это все не верю. И потом, еще тебя не утомила эта история? Нет, мне это интересно. А потом я встретила учителя Клаудио Наранха, такого то супер регалиями, он был номинирован на Нобелевскую премию. И он такой известный на весь мир, то есть его вот эта программа, она там в очень разных странах велась. Ну, и там был стык буддизма, шаманизма и психологии. Вот. И я пошла посмотреть с антропологическим интересом, потому что я никогда не участвовала в групповых программах вообще. И... А это самое крутое. Да, потому что, ты знаешь, в высшей школе экономики, там, например, у нас был курс психодрамы, но так получилось, что преподаватель психодрамы была психоаналитиком моей мамы. И я не смогла туда ходить. Не Михайлова? Конечно. Понятно. Да. Вот, видишь, как много... Как тесен мир, как особенно тесен в психодраме. Мир. Да. И у меня мама, кстати, сейчас психодраматист. Правда? Да, да, и она невероятная. Как и я. Да ты что? Да. И она невероятный успешный психолог, при том, что она начала, ты не поверишь, в 60. Ой, в 58. И она начала свою практику. Ну, это круто. Да. Это очень круто. Да. И, ну, то есть я просто, понимаешь, плачу, что я не могу к ней ходить. Слушай, это здорово. Да. Горжусь. Так вот, и, в общем, мы с мамой поехали туда, на этот сад. Это называлась программа «Сад» у Клаудио Наранха. И мы поехали, значит, на первый модуль посмотреть что-то. С первого же день меня растащило так, что я пришла в номер. Я не просто... Я была уничтожена. Просто я была абсолютно... Как у нас говорят, размотала, так размотала. Да, значит, там был... учитель по психологическому театру с такой очень интересной судьбой. Он 10 лет пасовец, один где-то там. Да. Вот.
И, ну, ты знаешь, человек, который вот просто из воздуха как бы чувствует все, что с тобой происходит. То есть вот он просто на тебя смотрит и начинает с тобой говорить, и ты такой, а как это вообще возможно? В общем, первая психодрама, после которой я вообще все как бы поняла про групповую практику, да, закончилась тем, что он меня посадил перед группой и сказал, ну что, какое у вас есть ощущение от Оксаны? Высокомерное, да? Как бы, я говорю, я? Ты вы что? Он говорит, ну, как вы себя чувствуете в ее присутствии? Они говорят, ну, мы себя как говно чувствуем в ее присутствии. Он говорит, ну, давайте ее закидаем сейчас мусором. Выдал им всем мусор, меня посадил и говорит, дыши и терпи. Я говорю, как вы себе вообще что позволяете? Что вы себе позволяете? Как вы себе это представляете? Он говорит, давай. В общем, они, короче, начали в меня кидать мусором. И какая-то женщина мне неудачно попала этим мусором в голову. В общем, закончилось тем, что я вскочила на это кресло, запустила в них ведро и сказала, я вас всех запомнила, я вас всех просто расстреляю, просто уничтожу голыми руками, если вы еще раз хоть неправильно в мою сторону посмотрите. И потом я села и такая думаю, а что сейчас вообще произошло? Ну, то есть, ты понимаешь, я не просто вышла из себя, я просто вообще потеряла над собой контроль. Ну, как бы совсем. Ну, как бы полностью. И я такая думаю, ничего себе, это вот так вот вообще работает. И потом я прошла 6 модулей этой всей истории. Ну, и там как бы много было всего. И там были дети, например, беслановские, которые попали как дети в эту историю. Они все эти психодрамы проходили. Мы все в этом участвовали. Ой-ой-ой. Тяжело. Ну, то есть ты просто не представляешь, что с нами там сделали. Я была на другой программе, конечно, совершенно другой. Она тоже была групповая практика, и ты мне сейчас навеяла воспоминания. Ты претерпела вот это вот обкидывание мусором. Это когда был первый раз, ты понимаешь, что еще было потом. Ты просто, даже я не буду рассказывать. У нас на группе была женщина, которая обесценивала все происходящее, которая буквально, знаешь, ну так очень конфронтировала с ведущим, а ведущий был, ну, правда, очень большая величина для всех участников. И, по-моему, на 6-й день это было, когда, ну, у нас был, так называемый, выпускной, и эта вот, женщина сидела вот так вот, в закрытой позе, все равно с недовольным лицом, хотя она уже и поработала. А преподаватель попросил принести ассистента горячий таз с водой, подошел с этим тазом к ней, поставил у ее ног, спросил, можно ли разуться, можно ли снять с нее обувь. Она ему кивнула, он снял с нее обувь и помыл ей ноги. Как вытер, Иисус. Да, и надел. Она рыдала. Она рыдала. Это было ее, ну, ее такое, знаешь, настоящее перерождение. Ну, катарсис, да? Прям реально катарсис, она пережила. Вот когда ты, ну, это можно почувствовать, да, мурашками. То есть, когда ты 6 дней в отрицании, в обесценивании всего процесса, ты выбрал себе как бы злого персонажа, да, который... А потом так, он тебе вот так вот это все вернул. В завершении, да. Вернул тебе не FIFA, да, там, иди, и не нужна мне твоя оценка благостная, и кивок. Пришел, помыл тебе ноги молча, это было совершенно молча. Она ревела так, что потом ревели все уже, кто там просто был, кто-то всхлюпывал. Я никогда не забуду этот день. Групповая терапия, тем она и крута, что ты видишь там процессы, как жизнь в миниатюре. Это правда. И вообще, где ты в этом процессе, как ты взаимодействуешь с другими людьми, что ты с ними делаешь на самом деле. Это же, ну, как бы мы все считаем себя очень хорошими, да, и как бы, что мы классные, да. Мы умные, мы добрые. Ну, кто себя назовет злым или глупым? Никто. И когда ты видишь со стороны себя, это, ну, так впечатляет. Хотя я сначала очень упиралась, и мне говорили, ну вот видели сейчас себя со стороны, вот была такая практика, что вы думаете? Я говорю, я классная. Я не знаю, что мне нравится другим, я вообще потрясающая. Скажи нашим зрителям, кто хочет, ну как бы, резюме этого твоего опыта получить, что это было для тебя? Ты знаешь, я узнала себя лучше. Я поняла вообще, какая я. Я поняла, что все мои представления о себе, они все абсолютно не имеют никакого отношения. А можешь сказать, что я думала, что я такая, оказалось, что я такая?
Да, например, я думала, что я очень такая какая-то неловкая, какая-то такая скромная, застенчивая. И когда как раз я увидела себя со стороны, там была практика, когда тебя изображал другой человек. Mm-hmm. Это была очень прикольная практика, называлась «Сумасшедший дом». Знаешь, да, ее? Конечно. Это просто разрыв. То есть рыдали все. Одна я сидела просто с такой улыбкой, после чего меня и закидали как раз. Это было начало. Потому что меня изображали как какую-то, знаешь, очень горделивую, такую прямо, такую, знаешь, ну просто вот просто королеву. И я такая, со стороны меня так кто-то видит. Нет, этого не может быть, вы ошиблись. Как бы, ну, то есть мне, наоборот, очень понравилось. Но потом, когда я увидела, как бы, почему это так, и какие-то обратные стороны, ну, я говорю, это высокомерие, да, и гордыни, и еще чего-то. Мне, конечно, было очень больно, но не сразу, потому что я очень долго тоже сопротивлялась и говорила, да нет, со мной все в порядке. Это же они меня кидали, естественно, я так, нет, да? Нет, вообще, как бы, иметь, как бы, скажем так, такие искажения, как гордыня, это нормально, но, как вот бы, так. В этом нет ничего плохого, да. Вот. Но я думаю, что меня это очень сильно подготовило к тому, что происходит со мной сейчас. Потому что я сейчас учусь в институте трансперсональной психологии. И вообще как бы целиком в этом. Я думаю, что я никогда бы не пришла бы к ней, если бы у меня не было этого опыта с Наранха. И трансперсональная психология для меня открыла вообще другой мир психологии. Потому что она вся через Бога. И она вся через наше сознание, что мы... эманации божественного, и что мы свет, и как бы никакой тьмы, никакая тьма в нас не естественна, и мы с ней должны бороться, конечно, сражаться до конца. Я думаю, что если бы не было того опыта, я бы к этому никогда не пришла. И для меня было вообще большим потрясением, что я к этому пришла. Но я к этому пришла только после того, как я познакомилась с Сашей. То есть я думаю, что он в этом сыграл очень большую роль, хотя он... У него было просто до меня, у него был до меня роман с женщиной, которая была очень воцерковленная. И он говорит, что это было просто ужасно для их отношений. И он думал, боже, ну вот я встретил Оксану. Ну, после этого еще был женат. Светскую, которая ругается матом вообще, курит, вообще как бы поддерживает этот аморальный образ жизни. Аморальный. То есть точно не грозит ему никакая воцерковленность. И проходит год, и вдруг Оксана такая, милый, значит, я теперь верю в Бога, мы не ругаемся матом, мы не пьем, мы не ходим на светские мероприятия, мы не делаем этого, этого и вот этого. Он такой, в смысле? Я говорю, ну так. Он говорит, ну... Я ожидала совершенно другого. Я говорю, ну да, теперь вот так. Как тебе было бы с тем, что он не принял это? Ты допускала такой вариант? Конечно, но я была как бы абсолютно готова к тому, что он это не примет, и я пойду дальше одна. Все. Вы говорили об этом? Ну, как ты думаешь, мы об этом говорили бесконечно, и пару раз были на грани развода, конечно. Как, ну, конечно, когда он мне говорил, слушай, я не хочу ничего про это знать, я не хочу иметь к этому никакого отношения, я хочу нормальной жизни, почему я не могу нажраться, как раньше, и пойти там, я не знаю, куда-то развлекаться. А он не может? Нет. Правда, то есть это какая-то договоренность у вас есть? Не, ну конечно, слушай, конечно, я его не там, знаешь, не заставляю. Конечно, я ему объясняю, почему для меня это важно, почему это важно для нас, почему важно не ругаться матом, почему важно это, почему важно то. Естественно, мы в диалоге, а не просто, Саш, ну, типа, знаешь, у меня теперь все по-другому, и ты себя теперь тоже ведешь по-другому. Это, конечно, это какие-то совместные решения, где-то какие-то компромиссы. Ну, просто по поводу мата и алкоголя я была очень... Категорично, да. Во всем остальном. А что еще? У него есть к тебе какие-то требования, на которые ты... Нет, ты понимаешь, что у Саши ко мне нет ни одного требования. Требования все у меня, их очень много. Я считаю, что на этой ноте мы можем завершаться сегодня. Меня проклянут все мужчины, которые посмотрят эту передачу. Но, слушай, на каждую коробочку есть своя крышечка. Я абсолютно уверена, что тон в семье задает женщина, и... Все, что происходит с ее мужем, тоже. И сила в чистоте. Вот чище будут мысли, поступки. И все, что ты делаешь, тем лучше. Поэтому я как бы борюсь просто, знаешь, как за чистоту. Все было чисто и красиво.
Последний вопрос сегодня для наших зрителей. Кто, может быть, не читал раньше твои посты, вообще только присоединился, многое отозвалось, и хочется с чего-то начать. Может быть, с какой-то книги. Есть какая-то книга, которую ты выделяешь как книга для всех, стартовая? Ну, ты знаешь, вот я, например, сейчас перечитывала Успенского «Четвертый путь» или «Поиск чудесного». И это очень интересная история, потому что Гурджиев, про которого там, собственно, написано у Клаудио Наранха, вся система была построена по Гурджиеву. Он великий. Да. А тот учитель, который есть у меня сейчас в Пневме, у его учителя с Гурджиевым был общий учитель. И как бы вся система Гурджиева имеет очень много пересечений с той системой, в которой учусь сейчас я. То есть это почти как бы схожие вещи, но есть какие-то другие. Я не знаю, можно ли с этой книги начать, но на самом деле не такая простая. И она не такая простая и для меня, хотя, в общем, как бы в этом уже хорошо разбираюсь. Но там, например, есть моменты про теорию струн или... Ну, вот, короче, про вот эти все вещи, честно, я вообще, как бы, когда я читаю, у меня просто мозг вообще вот так вот ломается. Ну, давай как в психодраме. Если это пришло сейчас, значит, это правда. Значит, эта книга та, которая кому-то... Но она непростая, да. То есть я бы сказала, что... Нет, вообще, если вот прям начать, можно начать с Гёса Сиддхартха, например. Ну, это мы вот напишем. Прямо такой суперначальный уровень... Кстати говоря, это в детстве была моя любимая книга. Ты не поверишь. Из вот. Поллианны. А? Прекрасная книга есть детская, она Поллианна называется. Не знаю такое. Ой, чудесная. Но я считаю, что всем взрослым ее нужно прочитать. Это как раз про то, что в жизни мы выбираем себе реакции и выбираем то, на что, во что включаемся, то, о чем думаем, то, как интерпретируем. Конечно. И эта маленькая девочка показывает, как это можно делать своей историей. Ну, 100% там, где внимание, там и вообще вся наша жизнь. Да. Поэтому... Оксана, вот. У меня, знаешь, иногда после интервью бывает такое ощущение, что я сериал посмотрела, там, иногда какую-то книгу прочитала, а сейчас у меня другое ощущение, как будто я в океане поплавала. И выбираюсь на сушу. Спасибо тебе большое за эту беседу. Да не за что, тебе спасибо. Было очень интересно, кстати. Пока. То есть я не то, что даже не устала, а даже, знаешь, как типа только разошлась, а уже все. Будет вторая часть, значит, рано или поздно. Спасибо. Спасибо.